волки. Куда пропали волки? Где порядок? Каждый себе подарков набирает. Ни стыда, ни совести не знает. Ну зачем ты кричишь зря? На этой елке в нашем лесу подарков на всех зверей хватит. А у меня дома зайчатки голодные сидят. Все зайчатки маму ждут, всем по-разному зовут. Четыре сыночка и лапочка, точка. Вот ты тут своим шалуном подарки, а там по лесу волки рыщут, съедят твоих зайчат, и все. Не говори так. Что делается? Бьют средь бела дня. Сердце радость у нас, праздник наступает. Сам Господь в этот день нас благословляет. Пусть войдет в каждый дом и несет тепло. Радость, мир и любовь — это Рождество. Здравствуйте все. Не бойтесь меня. Я из Берлоги, просто поесть захотел немного. Вот мед на елке ищу, зимой без него тоскую, грущу. А вы мед не видали? Куда его задевали? Видели, он садился. Ладно, пойду ищу. Вот мой медок, настоящий, медовый. Ой, как ты меня, Мишенька, напугал. Ты чего же ты боишься, бедняжка? Видать, тебе зимой уже тоже тяжко. Да, вот у меня дома зайчатки голодные сидят. Все зайчатки маму ждут, всех по-разному зовут. Пушастик, пушистик, звонок, прыгунок, все по лавкам, скок-поскок. А ты, матушка, не бойся, за детей не беспокойся. Господь всех нас любит, твоих зайчат не позабудет. Ой, спасибо тебе, Мишенька, на добром слове. С Рождеством Христовым! Будь зайчиха, ты здорова! Маме не набрали. Совсем нехорошо. Вот вам, мельчата, подарки. А это маме своей передайте. Пусть их праздник не будет грустно. Вот спасибо, тетя Заня. С Рождеством вас поздравляю. Ой, а что вы тут потеряли? Да вот, на осени на пеньке грибы оставляли. Может быть, кто-то забрал? Искать пропажу зимой? Какой толк? Давайте заглянем в мешок. Вот вам лежат подарки. Вот спасибо, тетя Зая. С Рождеством вас поздравляю. Я не Ой, как же вы сюда попали? Может, хозяина потеряли? Мы в
мог бы чаяли. Ну ладно, я вам помогу. Лапкой постучу, хозяин услышит, а вы пойте, скулите. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Бобик, Бобик, разлись, хорошо. Бежим скорее домой. Разведем мы с вами за столом. Всех надо поздравить с Рождеством. Вот смехота. Все подарки раздала, а своим голодным детишкам ничего не оставила. А вот я пойду обратно к рождественской елочке. Куда ты, глупая, пойдешь? Видишь, какая буря надвигается. Ой, что-то мне все это не нравится. Каркаш. А ты не каркай. Ну, здорово, зайчиха, трусиха. А что это у нас? Мешочки. Подарки. У меня дома зайчатки голодные сидят. Зайчатки будут плохо детям без меня. Будут плакать без конца. Четыре сыночка и лапочка дочка. Ушастик, пушистик, гунок, прыгунок. Все по лапкам, скок-поскок. Лапочка, дочка, значит. Лапочка. Ну да, лапочка, лапочка. Интересно, интересно. А откуда подарки взяла? Так, я тут лесом шла. Смотрю, елка стоит ничья. А на ней подарков не на весь наш лес хватит. Так значит, ты подарочки любишь? Люблю. Люблю. А я зайчатину люблю. Жирную, красивую. Да я худая. Не бойте, люди, Христос родился. Это чудесно, Бог воплотился. Людям прощение принес Спаситель. Ныне об этом всем людям скажите. Слава, слава, слава. Рождество Христово, на душе светло, праздника святого солнышко взошло. Небеса так ясны, белый день в ночи, то младенцу в ясли шлет звезда лучи. Стало плотью слово ради наших бед, Рождество Христово, вечной жизни свет. Не украшенной звездой, не гирляндой золотой, ведь сегодня торжество, светлый праздник Рождество! Их скорее поздравить надо.
Ой, не могу. 4 сыночка и лапочка дочка. Вы меня за все простите. Праздник строго не судите. Я хочу добрее стать, жизнь по-новому начать. Вот зайчатам от меня передай подарочки. Праздник пусть будут рады девочки и мальчики. А теперь мы от лица нашей воскресной группы «Родничок», от детишек, от родителей хотим поздравить нашего любимого батюшку. Поздравить его с Рождеством, пожелать ему крепкого-крепкого здоровья, чтобы у него все получалось с Божьей помощью, все его замыслы. И чтобы, всегда в нашей группе были детки, и они радовали вас на празднике своими выступлениями. Посмотрите, дорогие ребята, братья и сестры,
Теперь мы приглашаем вас всех поучаствовать в чаепитии. Для этого нам надо несколько минут здесь все переставить, отдохнуть. И там у кого какие есть еще номера, песни, стихи, расскажем. Подарки у нас не кончились, это точно.